Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре Hyundai i30 2011 год, двигатель 1.6 на автомате с заявленным пробегом 76 тысяч километров. Пробег у автомобиля, я думаю, что родной. По состоянию сейчас сами убедитесь по салону. Посмотрим состояние кузова нашим прибором. Автомобиль очень долго стоял. Передний бампер у нас целенький, стоит в зазорах. Оптика также выглядит прекрасно. Капот у нас ровный. 108, 114, 120, 108. Лобовое стекло у нас визуально целое. Стоит оно у нас аналоговое. Литые диски будут также в продаже. Крыло переднее левое визуально целое, без дефектов. Здесь у нас имеется грязь. По толщине ЛКП на крыле все у нас прекрасно. Водительская дверца также визуально целая, интересный цвет, коричневый с вишневым, 180, 140, 129, 160. Двери открываются плотно, ограничители держат исправно у нас дверь, обшивки в отличном состоянии, и сиденья у нас тоже достаточно хорошо выглядят, имеется чуть-чуть притертость, но это вообще незначительно. Задняя левая дверь. Визуально также она у нас целая. 150, 150, 170, 180, 180, 160, 140, 150. Сзади механические стеклоподъемники. Механизм работает полностью исправно. Задний ряд сидений у нас выглядит как новый. Заднее левое крыло. Имеется у нас сверху небольшой заломчик. 120, 96, 98, 99, 106, 95, 119. Левый фонарь целый, задний бампер стоит у нас ровно, в своих местах, в зазорах, никаких дефектов не наблюдается. С правой стороны фонарь у нас также целенький. Сама дверь багажника. 280, 300, 311, 303, 318, 268 с кнопочки открывается. Упоры держат отлично. По периметру двери коррозии нигде никакой не наблюдается. Пластик у нас на обшивочка. Пластиковая выглядит очень даже хорошо. Здесь у нас тоже накладочка пластиковая хорошо себя чувствует. И обшивочки багажника чуть-чуть зацарапаны. Полочка присутствует. Заднее правое крыло визуально ровное. 97, 98, 105, 109, 104, 120, 109. Задняя правая дверь. 220, 260, 230, 500, 290, 220. Закрылась. Давайте сейчас с вами откроем с центрального замка. Открыли, проверим, работает или нет. Все, дверца работает у нас исправно. Стеклоподъемник также рабочий. Передняя правая дверца. 227, 600, 300, 600, 300, 421. Корпус зеркала сломан. На самом зеркале налет от химии моющей. Обшивочки. По акту проверки, что имеем. Состояние пассажирского сиденья у нас, можно сказать, как новое выглядит. Салончик такой опрятный у нас. Переднее правое крыло. Здесь у нас все прекрасно. Капот уже показал, что с ним все отлично. Давайте заглянем сразу под капот. Послушаем на работу двигателя. Под капотом у нас 1.6. Крепление левой фары. Видим трещинка. С правой стороны все отлично. Панель передняя у нас ровная. Оптика у нас оригинальная. Запотевание
в районе клапанной крышки видны. Работает двигатель у нас ровно, несмотря на то, что автомобиль долго стоял. Прикурили, и стоит он, работает ровненько, без каких-либо вопросов. А я вам хочу напомнить о том, что мы выкупаем любые автомобили в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой, выгодной для вас цене. Контакты на выкуп, как всегда, будет находиться в описании. Посмотрим, что по салончику у нас. На панели приборов все отображается. Сигнал звуковой рабочий. Пластиковые накладочки, которые сразу у нас страдают, они у нас прекрасно выглядят. Кнопочки тоже не затерты. Мультимедиа с мультируля работает. Каналы листаются. Пиксели все целенькие. Указатели поворотов. Габариты ближний, дальний. Все отображается. Стеклоочистители. Насос спереди. И сзади также и насос качает. И поводок сам ходит. Стеклоподъемник передний левый. Передний правый работает справа. Центральный замок. Регулировка зеркал во всех положениях. С правой стороны зеркало также у нас регулируется во всех положениях. Нигде не закусывает. Работает плавненько, как и должна работать. Плафон в нашей комплектации отсутствует. Зеркальный элемент целый. С водительской стороны также зеркальный элемент целый. Весь пластик у нас на торпеде. На центральной консоли все очень в прекрасном состоянии. Видим, что ручка стояночного тормоза, она у нас в состоянии новой. Также здесь никаких царапин нету по салону. Поэтому я думаю, что пробег в 76 тысяч – это родной ее пробег. Аварийная сигнализация. Четвертая скорость моторчика отопителя. При включении кондиционера у нас муфта срабатывает. Посмотрим. Будет, нет, холодный кондиционер дуть. Направление обдува у нас меняется. Воздух стал холодным, значит, кондиционер у нас работает полностью исправно. Вибрации по кузову у нас никакой нет. Торпеда также вся целая, без царапин. Воздушные дефлекторы тоже у нас все 4 целенькие. Здесь ящичек открывается, пепельница открывается, обогревы с обеих сторон работают исправно. Рукоятка кулисы у нас выглядит очень хорошо. Подлокотника нет. Сзади еще раз, как выглядит. Здесь у нас плафончик неисправен, не работает. Сейчас поедем с вами прокатимся на автомобиле, проверим техническую часть, как чувствует себя коробка, как тянет двигатель, и послушаем подвеску. При выборе передачи никакого толчка у нас нет. Усилители тоже никакого стука нету. Переключила. Еще раз переключила. По подвеске имеются посторонние звуки. Что-то подпрягивает с водительской стороны. АБС у нас работает полностью исправно. Слышим, наверное, на камере даже будет слышно. Что-то стучит сильно. Включаем заднюю передачу. Никакого ощущения нету ее включения. При вывернутом руле привода у нас не хрустят. Отклик на педалях газа хороший. Ускоряется тоже хорошо. Газ в пол. 70. Сделаем полную остановку и попробуем ускориться. Делаем полную остановку. Газ в пол, буксует. Переключила. Еще раз переключила. Переключает отлично. Никаких вопросов к работе коробки у нас нету. Пройдемся по щебеночке. На щебеночке у нас подвеска отрабатывает хорошо, за исключением того же стука с водительской стороны. В остальном все мягенько. Коробка нагрелась. Попробуем еще раз с места.
делаем остановку. Газ в пол. Переключила. Еще раз переключила. Переключает коробку у нас отлично. Сейчас увидите кадры замера компрессии. Мер компрессии Hyundai 30 2011 год, двигатель 1.6, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.